Всем привет, с вами снова я. В прошлом видео я нашла тут новую БКшечку, сняла, вернее, видео. Вот, с десятки я поднялась до 20. Это здорово, это супер. Десяточку я отложила себе на всякие классные приколюшки, женские такие штучки, вот. И десятку я закинула снова. И, вернее, оставила, да. И буду пытаться снова ее приумножить. Раз так в несколько, в десятках так несколько. Так, начнем со стрейч-карт. Стрейч-карт по 500. Что там было, я не заметила. Что-то я отвлеклась. Есть X10, 5 косарей плюс 5 косарей. Супер, класс. Это здорово. Так, что еще ты мне выдашь? Есть их душечка, еще косарик. Еще прилетает косарик, но уже улетает. Уже улетел, да. Смотрим еще. Снова их душечка. И ждем чего-нибудь невероятного. Прилетели пока якорьки. Так, и последний разочек. Нет, ничего. Ничего. Так, ладненько. Ладненько. Идем, 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 идем. Тут, короче, походу нету, что меня вот расстроило в этой бекашечке. Нет тут моей любимой игрушечки. Вот. Ее тут нет, но ничего страшного. Тут много всяких разных других приколюх. Вот это что? Вот это вот я не знаю, что такое. Сумма ставки. Поставлю 200. И что делать? А, все, это я поняла, что. Так, ниже. Не повезло. Нет, пойду-ка я отсюда. Я такое не особо. Такс, такс, такс. Что мне даст этот дракончик? Посмотрим, дает он или не дает. Нет. Он ничего не дал. Еще пару разиков крутану. Еще разочек. И последний. Ничегошеньки. И так, так, так. Куда бы сходить? Куда бы сходить? Угу. Так, а чтобы сыграть? Что-то у меня мысли путаются. Все. Путается кристалл. Давай в кристалл. Кристальчик. Попытаемся. 200 поставлю. И погнали. Что ты мне насыпешь сегодня? Ничего ты мне не хочешь насыпать. Что это? Что это? Что это? Что это? 900 рубликов. И все. 900 рублей, да? Ладно, но это тоже замечательно. Косарик. Есть. Ты мне определенно опять начинаешь нравиться. Еще два. Давай, 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 давай. Два косаря. Супер. Что еще? Давай еще, еще, еще. Еще. Нет, 220 рублей. Но тоже прикольно, блин. Еще разочек. Еще разочек. Косарик. Высыпь еще. Есть.
Супер, супер, класс. Я не знаю, как это все действует, но, блин, сыпет. Прямо сыпет. У меня прям слов нету, нет комментариев. Я тупо слежу за этим. Давай еще, еще давай. Еще разочек. Есть. Еще два косарика отсыпала. Еще два косарика. Блин, класс. Еще разочек. Еще давай. Давай еще давай. Есть 420. Давай еще разочек. И еще разочек. ₽200. Что еще попробовать? Так, у меня. Ага. Ладно, еще 200. Понятно. Ну, кристаллик здесь такой выдающий. У меня даже шок, у меня даже нет никаких эмоций. Я очень-очень рада. Попробую я зайти теперь в фараон. Что мне даст фараончик? Тут я попробую по 250. По 250 и погнали. И сразу мне 5 косарей, еще 5 косарей насыпало. Это какой-то трэш. 250. 5 косарей с первого раза сыпал. Еще косарик, блин, еще 1250. Да что это, что оно творит? Это что-то нереальное. Это что-то просто с чем-то. Еще косарик, еще один косарик. Как же это круто! Я не знаю, у меня слов нету. Как же все-таки здесь здорово. Так, что я? 250. Ну, еще пару раз. Опять 250. Еще возвратик. Ну, давай еще раз. Есть! Класс! Двенадцать с половиной! Я 12,5! Что это? Что? Что это? Что происходит? Нет, вы видели? Нет, вы это видели? Это что-то нереальное. Так, ладно, я иду. Сейчас немножко мне надо отдышаться. И пойду я сыграю. Попробую еще сходить в бабку напоследок по традиции. Я сюда всегда захожу. Так, и поставлю я. Сколько у меня до так. Ладно, сейчас я сделаю косарь 790. А дальше будет видно. И покручу до разочек. В принципе, и мне хватит. Блин. Так, что, куда? Как бы не наебаться, как бы не... Давай! Черт, гребаный волчара, сейчас бы сколько подняла еще. Сколько бы еще подняла, если бы я забрала. Ну ладно, все, на этом я остановлюсь. Так, сколько я подняла? Сколько я подняла? Был десятик. Подняла пятнашку. Как же это круто, как мне это нравится. Я думаю, это достойно лайка, это достойно подписки. Не забывайте, подпишитесь, пожалуйста, ставьте лайки. Все, у меня уже речь куда-то понеслась, что-то несу какую-то чушь. Ну, насчет подписки это, конечно, не чушь. Короче, всем удачи в играх. Всем пока. Обязательно скоро, очень скоро встретимся.